если будет видно на видео, то посмотришь свое вождение. Если не будет, значит, вспомнишь, как ехала. Смотри, это улица Воронежская. Где здесь мы можем остановиться? Здесь на остановке. Без остановок, нет остановок. Включай правый поворотник. Притормаживай. Зеркало посмотри, чтобы нам... Нет, никого. Еще тормози. Ой, в правое зеркало смотри, где твой бок автомобиля. И поглядываешь, да? Так, чик. Все. Люди проезжают, опережают нас, сплошную, не задевают. Не задевают. Парковка, ручник всегда не забывай. Все, поехали. Так, смотришь в зеркало. Никто, чтобы тебя не подрезал. Ну, вроде нет. И все, и поехали. Выключай поворотник. Там загорается красный. А сейчас мы с тобой выберем место для разворота. Что нужно для этого сделать? Давай, поворотник, зеркало. Пошли, никого нет, да? И выключай поворотник. И двигаемся. Ты как сидишь слева, ты получается около двойной сплошной. Тебе очень прекрасно ее видно. Вот, во-первых, держись около нее по своей полосе. Во второе. И внимательно смотрим на дорожную разметку. Если знаков нет, на асфальт. Смотри, что нарисовано. Движение только прямо. Да, 1.18 разметка. Движение по полосам. Дальше что мы видим? Ну давай, поворотник, зеркало обязательно. Только мы уже по сплошной заскочили. Ты должна притормозить и попробовать заехать сюда. Даже если разметка маленькая, ну попытаться нужно. Чуть-чуть вперед протяни еще. Успеешь? Нет. Я боюсь, да? Да. Ну, правила водителя, не уверен, не действуй. Это нормальное явление. Во-первых, там сейчас красный загорается. И сейчас, смотрите, ребята, кто-нибудь будет пропускать. Ну, или, по крайней мере, там впереди вообще никого нету практически. Сейчас выезжает джип, проезжает. Крути руль. Зеркало посмотри. Поехали. Смелее, смелее, газ добавь. Смелее, смелее, смелее. Выравнивай руль. Газой. Газуй, газуй, газуй. Разметку по асфальту посмотри, что нарисовано на ней. Движение только прямо по этой полосе. Вот и двигаемся. Не пытаемся перестраиваться. За перекрестком можешь перестроиться. Давай в левый ряд уходи. Зеркало. Вот так вот. Да, на этом перекрестке, вот, где движение по полосам видишь, да? Мы едем по крайнему левому. По крайней левой полосе. Сейчас будем разворачиваться на этом перекрестке. Разворачиваться? Мы будем разворачиваться, да. Высовываемся, высовываемся. Но мы уже вышли за стоп-линию, это раз. И остановились на зебре. На зебре, это два, это плохо. Мы должны были выйти за зебру. Вот как джип стоит. В принципе, так и нужно было. Вот сейчас мы с тобой за зебру зашли. Но помни, мы не поворачиваем, а разворачиваемся. Еще вперед протяни. Пошли, крути руль полностью. А ты не себе по сигналь куда-нибудь. Смелее, 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 смелее. Вот, мы завершили маневр. Если бы сейчас пешеходы шли, мы бы должны были остановиться. Будем выбирать место для разворота. Ближайшее. Вот поступит команда. Ближайшее место для разворота. Видишь сплошное? Ну, едь 60, потому что ты нигде здесь не развернешься. Вообще, в принципе, я смотрю далеко прям, что сплошная идет. Вот увидели, где сплошная заканчивается, как раз на перекрестке. И тут-то мы с тобой и развернемся. Для этого нужно что сделать? Выезжаем, да. Даже выезжаем дальше, дальше, чем середина перекрестка, чтобы нам удобно. Хотя перекресток большой, мы здесь можем и тут остановиться. Да, пропускаем встречный поток движения. В зеркало посмотри, влево посмотри, газу.
пошли, 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 пошли. Выравнивай роль. Зеркало посмотри, если ты ушла в углубление. Угу. Выбирай место для остановки и остановись. Ну, а почему поворотник, не включила? Поехали, эх. Смелей. Смелей. Никого нет. Смелей. Вот. В левый ряд перестраивайся.